Приветствую вас. Меня зовут дядя Митя. Меня зовут Юля. Мы присутствуем на 8-м платоновском фестивале в городе Воронеже. Вы знаете, что платоновский фестиваль назван в честь нашего земляка Андрея Платонова. Кстати, наш город Воронеж известен по всей стране благодаря этому платоновскому фестивалю. И не только по городу Воронежа, но и за пределами нашей страны. А людей очень много пришло, так как у нас здесь будет проходить шествие театральное. Костюмированное представление. Еще у нас сегодня великий праздник, День России. На этот День России дают всем выходной. И поэтому мы пришли погулять именно по центру. А в этом году даже целых три. Людей оказалось не так много, как я думал, потому что я тут один раз был на 9 мая и был парад. Но здесь как-то не так много людей все-таки. Подожди, еще целых. Ну, еще, конечно, да, время еще двух нету. И поэтому сейчас все начнется, и мы должны это увидеть и посмотреть все. И вам показать. Вот так вот. У меня даже вон люди ходят, все машут мне.
Вот мы и посмотрели шествие на Платоновском фестивале. Оно состояло из 15 произведений Пушкина, и каждому произведению, которому была сделана своя сценка. И все было сделано замечательно. И я не пожалел то, что я сюда приехал. Мне все очень сильно понравилось. То, что у нас в Воронеже происходят такие моменты, то, что можно прийти и посмотреть, то, что люди готовились и все делали для народу, как бы, да. Все было офигенно. Но я еще понял, как бы, для себя то, что Пушкин может быть везде. Он может быть также интерактивный, да. Потом он может быть галактический. Потом он может быть... Да он может у нас везде присутствовать, везде, как бы. У нас сейчас День России еще, и я считаю, это очень удачно, то, что сделали именно Платоновский фестиваль именно на День России. Я считаю, это самая замечательная идея, которая могла просто быть. Потому что все люди выходные, всем можно куда-то выйти уже, да? И настроение поднялось просто, блин, не знаю, мне вообще очень понравилось, да? Мне шикарно, шикарно. Прям чувствуется какой-то праздник. Мы побывали на Платоновском фестивале, посвященный Пушкину. И заканчиваем эту серию на радужной ноте. Всем удачи и пока. И не забывайте на меня подписаться. Меня зовут дядя Митя. И там колокольчик нажмите внизу еще. Все, пока.